Цифровизация госуслуг сэкономила новосибирцам 28 лет жизни. Сегодня подвели итоги социального и демографического развития Новосибирской области. За последние 5 лет ввели более 20 новых мер поддержки, которые получают около 970 тысяч человек. Оформить их проще благодаря переводу в электронный формат. Модернизация первичного звена повышает доступность медицинской помощи. За прошлый год каждый второй житель региона прошел диспансеризацию или профосмотры. В сфере образования область занимает первое место по количеству инженерных дисциплин и 4-й год является лидером Национальной технической олимпиады, а также входит в тройку по результатам всероссийского конкурса «Агро-НТИ». Я считаю, что мы достигли результата, который сегодня очевидно виден. Его не затмевают ни проблемы пандемии, ни проблемы тех недружественных действий, которые против нашей страны сегодня создают. Поэтому не останавливаемся, тренды определены, и проблемы, и сильные стороны видны. Продолжаем работать, продолжаем развиваться, продолжаем добиваться лидирующих позиций не только в здравоохранении, но и в сфере образования и других отраслей.